Всем привет, ребят! Сегодня вы увидите чисто такой обзор квартир, однокомнатные, две трехкомнатные квартиры в этом видео. А перед началом этого видео хочу по традиции попросить вас поблагодарить меня за мои усилия, поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и приятного вам просмотра. Сегодня вашему вниманию будет квартира три комнаты, район Кириат-Илиезер, и не только Кириат-Илиезер будет. Сейчас я с людьми, с новыми репатриантами, как раз им показываю варианты, которые у меня есть в наличии. Ну а сейчас давайте перейдем к трехкомнатной квартире, район Кириат-Илиезер, улица Алимби 162, последний этаж, 2500, будет полностью мебелирована квартира. Ну и давайте посмотрим, наверное, на вид из окна, с балкончика. Вот такой вот вид, где-то вдалеке даже видно море. Вот так вот все здесь зелено. А, красиво. Вот это, собственно говоря, балкон. Квартира не новая, там какая-то супер отремонтированная, но чистенькая, покрашенная. Кафель старый везде. Цена 2500, будет шкаф, будет салон, то есть диван, будет кровать. Вот такое место для... Это используют его как столовую, ставят сюда стол, кушают здесь. Вот так вот это вход в квартиру. Вот так это получается салон. Вот такой с балконом. Сюда мы идем. Направо у нас кухня. Кухня новая. Есть газ. Потом технический балкончик еще один. Вот такой вот технический шкаф. Подключение стиральной машинки и там есть. Вот такой вид из окна. Белевая веревка есть за окном. Кухня новая, тоже плюс. Сюда мы попадаем в родительскую спальню. Такая спальня. Тут же такой вид из окна. Вот такая она. Это Кириат-Илиезер, и считается это хороший вариант за эти денежки. Ванна вот такая. Да, кафель положили, все стандарт. Ну и тут, сами понимаете, туалет. На нем сосредотачиваться не буду. Вот простая квартира. Опять же, те, у кого есть дети, конечно, этот район прям супер. Недалеко море. Является тоже большим плюсом, опять же, для тех, кто любит водичку, да. Вот подъезд, вот такая придомовая территория здесь. Остановка транспорта, стоянка. Вы часто просите меня показывать, что возле дома находится. Ну вот, плюс-минус вам показываю. Такие дорожки здесь проложены. Ну и вот Кириат-Илиезеровские дома стандартные. Так, есть еще вот такая трехкомнатная квартира. Эта квартира тоже стоит 2500, но она находится в районе Гешер-Пас, в районе улицы Хативат-Кармели, тут недалеко улицы Хашмаль. Посмотрите на эту квартиру за 2500. Это третий этаж, есть лифт, есть парковка возле дома. Посмотрите, вот такая вот квартирка. Заходим, это кухня, технический балкон, есть холодильник, газовая плита, вот такой балкончик небольшой, парковка, вот так вот здесь вид такой из окна. Потом кондиционер, уголок, одна комната, она же комната убежища, шкаф, кровать, еще один шкаф, кровать, тоже кондиционер. Ну, вот такая вот туалет, ванна. Хочу, ребят, вам показать сейчас вот такую квартирку. Это однокомнатная квартира-студия. Вот такая вот красивенькая. 1900 стоит.
включая все коммунальные платежи. Такая вот ванная комната с вытяжками, со всеми делами. Полностью комплект весь электроприборов, большой телевизор, электрожалюзи есть, кондиционер, шкаф-купе. Вот такая вот подсветочка. Очень хороший вариант для одного человека, просто сказка.